мульчер Сират, Испания. Мульчер предназначен для экскаваторов от 15 до 25 тонн. Шасси мульчера выполнены из высокопрочной стали, 10 мм толщиной. Ротор Полсер диаметром 550, шестигранный, собственной разработки. Имеет 4 приводных ремня, односторонняя трансмиссия. Также оператору нужно следить за натяжкой ремней. Имеет два ряда защитных цепей, то есть со стороны шторки и с другой стороны. Подшипники радиально-сферические. Так, открывается шторка гидравлическая, опорные салазки. Также имеет фиксированные лесотехнические молоточки с вольфрамовой напайкой. Так, а сердце данного мульчера — это поршневой гидромотор. Данный мульчер работает на данный момент на литраже 180 литров в минуту. 2000 оборотов на барабане. Экскаватор у нас Кейс CX220C Heavy Duty. Экскаватор 21 года. Легко настраивается все с помощью бортового компьютера.